когда каждый имел возможность испытать свое ощущение, что можно говорить, проживая представление и попасть в зеркало. То есть вы сами, нет, подождите, вы это сами тогда, в 90-х, как это воспринимали, так же, как вы сейчас говорите? Нет. Или вы поменяли? Но прошло время, конечно, я воспринимал это драматично, как воспринимали многие, потому что тогда это были наши судьбы, наши жизни, наша кровь, наша... Да вы сами там на баррикадах вели восставших. Да, в 90-е годы я потратил бездарно без того, чтобы красть народную собственность и приватизировать заводы, газеты и пароходы, а как дурак бегал.